Городских ярмарок сельхозпродукции станет больше. Об этом заявил городской глава Александр Син. Главное в ярмарке, по его словам, цены на продукцию. Они должны быть значительно ниже рыночных. Городские ярмарки сельхозпродукции проводятся уже не первый год. Тем не менее, сейчас эта практика оправдала себя как никогда. Благодаря райадминистрациям в районах области на ярмарки приезжают предприниматели, которые предоставляют, к примеру, овощи на 50% стоимости ниже, чем на рынках. Ярмарки работают в Орджоникидзевском, Ленинском, Хортицком районе и в Коммунарском. Мы традиционно проводим ярмарку возле цирка. Причем мы значительно увеличили количество машин и торгующих предпринимателей, которые здесь работают, а также ввели практику по отдельному графику проводить такие ярмарки в других районах города для того, чтобы дать возможным людям купить недалеко от своего места жительства продукцию. Также цены ниже рыночных на фрукты, а вот стоимость мясной продукции отличается несущественно. Но в этом направлении будет проведена работа с предпринимателями, и уже на следующих ярмарках горожане смогут купить продукцию из районов области дешевле, чем на городских рынках, обещают в мэрии.